Мюррей хорошо все-таки физически готов к этому поединку. Да, он подустал, но это усталость больше от бомбежки. Вот удар справа тяжелый пропускает Мюррей. Вот как раз опустил руки. Да, и тут же. Сейчас будет конец раунда, поэтому есть шанс у Мюррея достоять. Заканчивать свои атаки левым крюком по корпусу или в голову. И вот как раз Геннадий начинает выбрасывать. Справа, мощный удар, все, бой остановлен. Только я хотел сказать, что Мюррей уходил от левых крюков, но недолго это длилось. Ну что ж, досрочно...